Сегодня мы поговорим о возможностях отображения в онлайн-игре имени и счета победителя «Рекорд» и «Рекордсмен». Онлайн-рейсинг мы будем организовывать на основе игры с классическим сюжетом. Суть игры – рекорд, который я хочу отображать. Кот должен собрать наибольшее количество монет за ограниченный промежуток времени. 1000 секунд. Время вышло. Стоп, игра. Я хочу сделать игру сетевой и видеть данные онлайн-победителей. Для этого нужна облачная переменная. Я создаю переменную рекорд. Облачная переменная пока хранит только числовые данные. Заходим в статистику, видим логины пользователей портала, обновлявших рекорд. Как сделать, чтобы была видна статистика каждого игрока в игре, а не только рекорды? Для этого нужна таблица. Но пока нет возможности создавать облачные списки. Я нашла выход. Создаем два списка. В одном хранятся числовые данные по возрастанию. В другом – рейтинг, числовое данное, слитое с именем игрока. Сыграл. Заработал очки. В рейтинг помещается результат после сравнения с каждым. Если больше третьего, сравниваем со вторым. Больше второго – с первым. Сдвигаем меньше на строчку ниже. И ставим в рейтинг. Все. Готово. Первым в таблице стоит облачный рекорд. Свой рейтинг в игре могут видеть не только пользователи портала, но и гости. Мы учитываем результаты каждого. По таблице облачного рейтинга мы можем видеть, насколько популярна наша игра. Играем, совершенствуем результаты, побеждаем.